Привет, ребята, с вами опять я, Альфа, и Apple, Apple Inc. И сегодня я вам расскажу о корабле 14 ранга эсминца Vigilant. Такой вот у нас он квадратно-гламурный. К сожалению, на данный момент собирать эсминцы, скажем так, тяжело, потому что каждый модуль, в принципе, нужно скрафтить, собрать, помучиться, найти. Я не буду рассказывать, как их и где искать. То есть, это, в принципе, у вас будет написано. То есть, я вам расскажу о его сборочке. То есть, в принципе, я вот собрал, как видите, два двигателя. Один аналог, один чип. Три корпуса, так как он живет корпусом. Ну и два компьютера. То есть, чтобы он зависимости, выставлять в зависимости от его пушки. То есть я использую, например, установку Орел. Ну и спецмодули его, боевые, гравитационную линзу. Ну это, ребят, только для ПВП. То есть, если вы будете идти на спецоперацию, гравитационную линзу лучше убирать. А то вас сами там расстреляют. Очень уж не любят почему-то линзу на спецоперациях. Но скажем так, эсминцы более эффективны для того, для именно для спецопераций, некоторых ПВЕ миссий 15 15 плюс 14, ну, и ПВП. ПВП 14 чувствуют себя уже более уверенно, и так как 8 11, они уже поживучи, у них уже выживаемость, скажем так, больше. Поэтому, ну, как выставлять там корпус, что ставить, или тут уже зависит, не знаю, в принципе, больше он страдает от кинетического, поэтому можете выставлять все на кинет. То есть у меня тут две гальваники, у него и одна система динамической защиты. То есть, в принципе, если у вас есть кристаллические пластины, можете поставить их, скажем так, увеличить или не еще больше. Ну, намного, в принципе, дает, но увеличивает, будет более маневр. То есть два двигателя вот на скорострельность и немножко маневренность. Ну и выбор спецмодуля, то есть тут уже специально сделано так, чтобы во время переключения федеративного модуля можно было увеличить, скажем так, восстановление его щитов. Ну а если щиты полные, берем его родной модуль, увеличиваем урон. Ну как бы так, но дальше посмотрите уже именно боевые его, скажем так, увидите его